Друзья, менделеевцы, от всей души поздравляю вас с Днем студента. Многие из вас успешно сдали сессию и уехали отдыхать. Вот и в аудитории, где я сейчас нахожусь, непривычно тихо. Студенчество – прекрасный период. Даже самые успешные и известные люди когда-то были студентами. Романтики, которые мечтали перевернуть мир. Плох тот студент, кто не мечтает стать профессором. Быть студентом – значит не просто грыть гранит науки. Студенчество – это про умение работать в команде, обретать надежных друзей на всю жизнь, про достижение поставленных целей. Я рад тому, что менделеевцы разносторонние ребята, что у нас работает клуб, где каждый находит занятия по душе. Многие из вас вовлечены в волонтерское движение. Такая работа возможна только по зову сердца и заслуживает глубокого уважения. Под крышей РХТУ собрались самые талантливые и целеустремленные ребята из разных регионов России. Я верю, что будущее химпрома в надежных руках. Желаю вам весело и интересно отметить ваш праздник с Татьяниным днем.